Мучачес амигос, и сегодня мы рабы-бомжи. Опа, вон там чуваки. Сейчас сдохнем. Опа, минус почти. Давай, попал, давай, 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 мочи, мочи его. Он отхилился немножко. Вот я увижу. Ай-яй-яй-яй, блядь. Я его накоцал, готов, убил, убил. Фига, смотри. Чё? Ну-ка. Залезь, залезь в труп. Можно? Жучок. Нифига себе, у него вещь. У него 400 патронов было. Только у стволы, что ли? Вот, слушай. Попал. Да, мы появились в этой говновозке. И нас перемешали с дерьмом. Да? Да, водитель вообще сидит. Сколько он здесь вообще сидеть будет? О, смотри. Смотри на его глаза полные отчаяния. Типа, зачем вы меня сюда запихнули? Что это такое? Все, неважно, все, все. Проект 12 из 10, все. Так, собственно, мы появляемся в говновозке, и нам нужно поговорить вот с этим вот Раймоном. Вот, давай поговорим с ним. Так, а это, короче, кому интересно, можете поставить на паузу и почитать все лично. Слышь, какие у него очки модные. А ты же знаешь, что я убиваю людей за хорошие очки? Короче, тут есть на этом серваке диалоги и прочая фигня. Заходите, ссылочка в описании. Вот, блядь, да, это, сделай себе притчу. Вот я негр, вот такой, ну, как настоящий раб. Собственно, вот тут вот есть такая кастомизация персонажей, ну, как Fallout, какой новый, 4-й, да? Не знаю, наверное. Да, вот 4-й Fallout, короче, такая же, вот все, проект уже 13 из 10, пошли. Ну, как я? Ёбаный в рот. Блядь, заберите меня обратно в говновозку. Да, вот иди за мной, смотри. Собственно, меня легко найти, я черный, все белые, так что, смотри, вот видишь, а, так, ты, нам на тебя насрать, пошли вот в эту дверь. Сюда. В шахты, путешествия. Путешествия, ууу, путешествия. А чё у меня экран покраснел? А я не могу нажать. У меня что-то FPS жестко упал. А меня не выпускает. В смысле, попробуй сейчас. А как выйти, меня, а... Выбери в шахты и путешествуй. Ты побазарил с этим? Выбрать надо. Дебил, что ли, тупой? Принимайся за работу, раб. Сам ты раб, сука, сам. Так, куда нам идти? А, вот нам даже для дебилов табличками пометили. Вот, спасибо. Все, вот это уже 14 из 10 проекту. Так. О, это что? Сбитый раб, задание. Парень, тебе на ту сторону? Да. Вау, вау, тихо. А что на той стороне? Стальной проход. Знаешь, мне это неинтересно. Надо еще выбирать, а что не пускают, а если серьезно, ближе к делу. Можно собрать это. Да. Все, на паузу. Я постараюсь не умереть с голоду. Зачем мне это интересно? Ёб твою дивию, он так орёт, блин. Не бей меня. Не бей меня. А может я хочу тебя бить? Кто меня бьет, сука? Убирайся отсюда. Че тебе, переебать, что ли? Видал, что меня даже не ударили. Пошли, да меня тоже не били они. Ух ты, это что, тараканы? Или что это? О, так, бля, я не пропускаю. Что, пройти нельзя, что ли? Черт. Так, минус 30 из баллов сразу. Да, минус 30, все, проект. Минус 16 из 12 пока что. Да, ну ничего, думаю, он пока оклемается еще проект, потому что, ну... Так, собственно, сейчас что нужно нам сделать? Сейчас надо сбежать из рабства, как я понял. Че уставился? А че, нельзя, что ли, сука? Все такие агрессивные. Ну вообще херня. О, Ирвин, здание какое-то. Ирвин. Ёшкин, что это было? Ты слышал? Да. Это мой пукан взорвался. Ты поговорил с Ирвином? Нет. Да блядь, поговори, ты че, дебил? Сейчас. Дебил. Так, столовая. Во, пошли похаваем в столовую. Мы же рабы, да? Вот. А если меня не покормят, я черный, поэтому действительно. О, червистый хлеб. Чёрствый, червистый, блядь. Получил чёрствый. Свой хлеб, вперед работай. Чёрствый хлеб. Как вкусно. Пошли, короче, надо сейчас отдать тому бомжу хлебушка, пошли. Слышь, бомжара, другое дело, погоди, мне надо поесть, ждать. Все. О, на склад, путешествие. Все, пошли отсюда, нахрен. Смотри, тут какие-то тараканы или что это? Рат-таракан? Ну, из Fallout, помнишь? А что это, стимулятор? О, а, вот, таракан! Двигаться. На, стимулятор. Ух ты, сука, дерется. Вот сюда. Куда? Вот. Да, тут есть проход. Тут. Ах ты, сука, таракан! Ты чё, таракашка попутал, что ли? Берега попутал? У меня есть тапок, я хочу тапками его прибить.
Ой-ой-ой, еще тараканы. Ой-ой-ой, а мне пушку дали какую-то, не? Да? Самопальный пистолет, смотри. А, у меня тоже есть говно. Я теперь бандита. Ну, у всех нормальных черных есть должны быть пистолеты. Ну, бандиты, гангстериты, убиванты, пистолеты, или как там пился, уже не помню. О, этот ящик полный патронов. О, я взял патроны для этого. Да? Где? Да. Просто правой кнопкой тыкни по вот этому. Да это ты чё? Таракан. Бам. Тыкни правой кнопкой. На, у меня есть травмат. Травмат против качков. Где? Вот. Во. Тыкни вот тут справа чуть, вот здесь. Во, я еще подобрал. Все, у меня 80 патронов, найс. Ну все, склад мы облутали, теперь куда надо? Так, код от двери. Так, текст, описание квеста. Путем обмана вам удается выбирать некой двери ведущей. Нужен пароль. Из истории Ирвина вы знаете, что это... Погоди, да где ты? А где ты? Да вот я сзади, дебил. Да? Легче. Рабам проход воспрещен. А это видели, суки? А? Вот, туалет. Во, да, вот, пошли посрём. Это самое то. Может, что-нибудь найдем? О, слышь, может здесь... О, свалить можно. А, вот, ты свалил? Да. А, я-то думал, как отсюда выбраться-то? Ему это уже не нужно. Он говорил, типа, толчок с номером. Труба? Ух ты, у меня есть труба. Мелких существ лучше всего атаковать оружием ближнего боя. Так, ему это больше не нужно. Ебать, сколько у него труп, он чё? Лучше киркой бей всех, слышь? Ну. А, нет, трубу все-таки возьми, потому что мы можем ее обменять потом. Слышь, воспользуйтесь лестницей. Хм, блин, да я не догадался. Да ладно, серьезно? Нет, может ее оторвать, не знаю, приколотить к чему-нибудь. Терминал дверей. Так, пока мы... Во, пасворд. О, смотри, картишки, давай взорвемся. Нет. Во, Бобби, давай с Бобби поговорим. Бобби. Слышь, Бобби. Только не трогай меня, прошу. Во, завершить, все, завершай, сюда иди. Ща. Ты от Ирвина, дьявол, он все-таки нашел меня, прошу. Он дал мне целебный порошок. Обноски раба. Класс, все, я теперь раб. Так, отлично, что дальше? Ну все, завершил квест? А что у меня одежки нету? Появилось. Что вот, видишь, обноски бомжа. Целебный порошок. Класс. Потом занюхаем, пошли сюда. Я теперь на спартанца похож, да? Во, все, выходи. Смотри, на спартанца похож. Да мне насрать, я уже вышел. Слушай, прикольно. Все, пошли. Пошли. Все, мы теперь обсоски раба. Ой, обноски, в обносках раба. Пошли. Собственно, тут есть царапа. Опа! О, тихо, иди сюда. А, тут ПВП отключено. Вот, трупак, вот трупак можно облутать. Вы обыскиваете труп, ничего у него. Радфрукт. Класс. Всегда мечтал поесть радфрукт. О, еще что? Там трубу нашел. Сундук. Да. Каждый реальный день вы можете получать эти вещи удачи. Арматуру. Ну, арматуру я тоже. Бутылочные крышки, 16, класс. Точка возрождения. О, давай встанем. О, давай. Стой, давай закинемся этим целебным порошком. Так, ничего не трогать, испугаться. Ой, я Ебать! Мне показалось это? Я пукром взорвался. О, попытаться открыть дверь. Пойти на свет. Испугаться, конечно, испугаться. Да я уже испугался. Испугался, ну? Воу-воу-воу, тихо, что это? Ух тихо. Ты. Пошли налево, пошли налево. Типа звуковое сопровождение. Офигеть. Вот эта музычка заиграла. Да стой, назад иди. Налево, пошли туда. Офигеть, не, прикольно, прикольно. О, там тачка, смотри, погнали, угоним. Ты что, ты должен знать, как типа вскрывать все такое. Труп задание. Ну классно, труп по заданию. Это мне пригодится, яркий свет. Вы находите какую-то книгу у трупов за пазухи. Ну и нахрен мне эта книга ваша нужна? Координаты 380. Брейктауна. Да не нужны они нам. Брейктаун? Типа там брейкданс танцуют все. Вот и точка возрождения. О, мне дали пистолетик другой. Опа, вон там чуваки. Тихо. Зачем? Зачем ты нас палишь? Сейчас сдохнем. Опа, минус почти. Давай, попал. Давай, мочи. Он отхилился немножко. Первый раз попал. Стой, не беги туда. Вот я увижу. Ай-яй-яй-яй, блядь. Я его накоцал. Готов. Убил. Красавчик, там еще один, не? Убил. Линкайся. Я полинкался. Смотри, что это, блядь, забыл. Фига, смотри. Че? Ну-ка. Залезь в труп. Можно? Да.
Отлично, как? Фига, мы в самом начале убили уже. Нифига себе, у него 400 патронов было, 4. Да, я взял немножко. Да я все забираю. Давай, забирай. Все, мы варвары. Черствый хлеб, ротфрукт и целебный порошок. Что выкинуть можно? Да все забирай. Сухая доска. На, возьми сухую доску, слышишь? Да тихо, хрена кто-то идет. Пошел вон, это наша точка. Давай, фигать, бомжей, фигать. Добивай. На, сука, забил. Еще один, сзади. Бля! Перезаряжаюсь. Фигачу. Где он? Сука. Убил. Красавчик. Чисть. Я уже полечился. Давай, я его залутаю. У него ничего не было, он бомжар рассран. Так, я похаваю. Опа, стимуляторы. Вот это я возьму. Стимуляторы, это топ вещь. Да. Сатана, да. Я уже подлинкался много раз. Тут трупы можно пихать, вот это топ. Да. Это сразу. Их можно еще разрушать. Давай трупы разрушимся. Это сразу плюс 100 баллов, слышишь, к этому. А, ну плюс 100 баллов, да. То, что трупы можно пихать, это сразу 100 баллов. Как выйти? А, ну все. О, там еще один бежит. Где? Вижу. О, назад. Вали его, все, я стол возьму. Ой, меня что, вальнут? Нет! Ой. Бегу. Так, давай сейчас я залутаю себя и убегаем отсюда нахер. Давай все шмотки продадим, у нас хрен много сейчас. Так нам нужно в город добежать сначала. Да пофиг, добежим спокойно. Так, ну и сейчас, погоди. Слушай, напоминает 7 Days. 7 Days туда? Да. Лутай. Залезай! Да что ж такое-то? Глаз. Все, красава, его вольнул. Стимулятор. На, возьми, у меня ему. Да у меня есть, блять, тупой инвентарь. Ну инвентарь тут, конечно, реально заморозили. Слышь, на крышу давай быстрее, вот сюда. Наверх посмотри, на крышу. Погоди, ты дай залутаюсь. Я пойду на крышу, слышишь, посмотрю, чтобы там никто не зашел. Давай, куда? Как на крышу забраться? Там, по стене, разрушу. А, по дивану? Вон там чувак еще один бежит. Да? Попал по нему. Попал два раза. Молодец. Вот тут еще один. Все, это наша точка. Ед, наверное. Так, нам надо сейчас перемещаться в другое место. Так, слушай, подожди, сейчас я посмотрю, где у меня стимуляторы лежат. А, у меня на 4 лежит стимулятор. Вон он. Ага. Гаси, гада. Где? Вон в доме там бегает. А, он истекает кровью. А, вон он бегает. Слушай, у нас сейчас топовые стволы, что ли? Ой, все, вальнули. Так, ну трупак сразу забираем. О, тут еще один. Вали его. Валю. Опа, замочи, всё. Минус 2. Фига тут. Слушай, сколько мы уже сняли? Не знаю. Слушай, ну, давай, иди лутай, я тогда тебе прикрою с крыши. У тех тут кто-то ящик открыл. Да. Вон он, за ним, вижу. Почти заминусовал. Да? Вон он. Где? Вон он, живой еще. А, вон. Не, это другой. Это тут же в доме, слышишь, в доме. А, вон, да, вижу. Нашим или, здесь под нами. Нет, низа. Где? Под нами тут бегал, чувак. Вон он. Во. Сейчас он выбежит с другой стороны. Ай, я упал. Куда? Ой, я тоже упал. Ой, сзади. Где? Да, вот там. Вот еще один чувак, назад. Я его чувак утей. Вальнули, давай. А, я его вальнул. Я бегу. Черт. Ща. Ай, сука, с трубы меня почти чуть не вальнули. Ай-яй-яй. Так, ой, что ж делаете-то? Че, я тут. Где ты? Ой, залагал, сервак. Да. Зраза. О, я вальнул. Назу, блин, да че сервак так лагает? Это что за херня? Нормально. Меня вальнули там. Снова? Да. О, я вообще вальнул. Этот классный остался. А? Мне пслед этот классный стал. Там чувак, слышишь, походу... Да, чай его вольну. Шмотки мои лутают. Он не бежит далеко. Я здесь. Вон он. Где он? Все, вольнул. У него мои шмотки? Да, вот твои шмотки все. Там все? Все. На полный экран. Так, кто по папочке. Кто стреляет? Это я стреляю. Да. Так, я на самую крышу сейчас залезу. Да блин, чувак обосрался там уже. Ой, у него ствол. Попал. Ой, все, он убил. Че тут у тебя за ствол такой? Ну это первоначальный. Типа патронов дать у меня еще 500? Не, у меня до хера, у меня 1000 с чем-то. 2000 даже. Офигеть.
самом деле это так. Почему они без стволов? Ой, он лезет на крышу. Почему они без стволов бегают? Потому что у них не респаются, не знаю. Вот с того стреляй, который на... Да, я вижу. Лезут. Вижу. Попал. О, убил, я его, он упал. Отдачу же он этого пистолета, конечно. Я их скидываю, один сдох. Вон залез. Да, вижу. Гаси. Знаешь, ковбой, блин. Я его убил. Здесь крестик MLG из-за этого израста. Сразу еще 10 баллов. О, давай его труп уничтожим. Зачем? А вдруг у них шмотки были полезны, слушай. О, они залутались как раз. О, собака. Ой, пес. Это Версута. Убей его. Готов. О, мясо. Где он? Давай, фигач. Это дикий жесткий запад. Убегай, значит, тут жесткий. Да. Ну-ка давай. А, так дерьмо. Класс. О, тебя бьют. Как? Ты сдох. В смысле сдох? Ты сдох. В смысле сдох? Чувак, просто 10 из 10 просто. На этом можно закончить. Просто 10 из 10. До свидания.